Вот уже несколько лет в нашей стране успешно развивается такой жанр комедийного искусства, как стендап. В нашем городе это направление тоже набирает обороты и даже проводятся стендап-фестивали. Об одном из таких праздников шуток смотрите в следующем материале выпуска. В кинотеатре «Кубань» прошел стендап «Юмор-фест». Проводится он уже не первый раз и успел полюбиться публике. Организатором фестиваля выступает районное управление по делам молодежи, а участники – это студенты славянских техникумов и вуза. Стендап «Юмор-фест» Славянск на Кубани и наш первый стендап-комик Алекс Симонов. Аплодисменты! Стендап – комедийное искусство, в котором комик выступает перед живой аудиторией, обычно говоря, напрямую со зрителями. И, как правило, о ситуациях и своей жизни, что и продемонстрировали славянские комики. На самом деле эти вопросы реально преследуют меня всю жизнь. И особенно мне один нравится, который задают некоторые индивидуумы. Это Алик. А как тебя зовут на самом деле? На что я обычно отвечаю: Криштиану Роналду душ Санту Шавейру Алик. Оставляю человека в недоумении, ухожу, а потом делаю «Си!». На фестивале выступили около 10 ребят, как уже более опытных, так и новички. Но абсолютно все показали хороший уровень выступлений. «Юмор-фест» будет проводиться и в дальнейшем. Для участия в нем нужно обратиться в управление по делам молодежи.